которые в этом году обещают быть самыми популярными. Пляж Камское море бьет рекорды по посещаемости. Только в прошлые выходные здесь загорало 20 тысяч человек. Посмотрим, насколько здесь все комфортно и удобно расположено. Информационные доски, которые и говорят, что здесь начинается тот самый Камский пляж. Вот обозначение левой границы пляжа, правой границы, но, к сожалению, другой информации здесь нет. В какой стороне вообще туалет-то? Вот там, в конце. Она сказала, нет воды. Я говорю, здорово, у воды нет воды. Мы, наконец, нашли, не знаю, самое, наверное, долгожданное место на этом пляже. Уборное, но... Посмотрим, что у девочек. У девочек закрыто. У мальчиков тоже закрыто. По техническим причинам туалет временно не работает. А жаль, очень жаль. Они вообще работали? Да, вот, конечно, воду отключили, нет воды. А если много народу, куда все должны ходить? Получается, что все будут ходить в Каму. Первый раз вижу на татарстанских пляжах настоящий душ, прям как на западных пляжах. Проверим, работают ли они. О, это есть. С этой стороны течет водичка. Но, честно говоря, на душ это мало похоже. С этой стороны тоже. Не ахти, честно говоря. Пляж был рассчитан на 9 тысяч человек, а получилось то, что приезжает больше. Поэтому решили для набережной пробурить отдельно скважину. В выходные 20 тысяч человек было. Кто-нибудь был на вышках? Я не заметила. Тут прям хоп, и сразу глубоко. Напрашивается спасатель. Да, спрашивается, где? Нашлись вы? Нашлись вы. А чего ж вы с половины первого-то? Я администратор на прокате. Временно заменяю спасателя. У нас все равно люди тут ходят патрулировать. Если какие-то возникают моменты чрезвычайные, они сразу помогают. Для Лаишева здесь шоколад. Да, для Казани тоже пойдет. Для Казани тоже нормально. Замечательно, прям с морем ассоциируется. Но? Но остается но. Все недостатки обещают устранить за 2-3 дня. Главное, чтобы они не затянулись и не прошел пляжный сезон. Айбин Минибаева, Игорь Романов, ТНВ, Лаишевский район.